возвращаемся мы домой, в Самару, из-за города, по трассе. На подъезде к Самаре вот такие пробочки. А все потому, что прекрасная погода, и все ломанулись за город. 27 градусов за бортом. Посмотрим, что показывает. Да, 27. 27 градусов. Я прям как корень зру. На солнце было еще жарче. 34. И это 24 сентября, если что. Но так как в воскресенье все возвращаются, у нас всегда вот такая движуха. Но бывает, что и раньше пробочки начинаются. Дальше от города. Сегодня, ну, не сказать, что прям уж мега пробка, но тоже вот. По крайней мере, движемся. Да, мы не стоим. Там вот эти вот гроза машин. Это не гоболи. Какие красивые пейзажи, да? Осень. Золотая. Какие краски. Осень уже началась, да. Mm-hmm. Хорошо гулять в лесу. Грибочки. Да, собрали немножко грибочков. Да, детки? Mm-hmm. Кто самый главный добытчик? Yeah. Степа? Yeah. А, ну Василис тоже сегодня рыжики искал, да? Mm-hmm. А я зонтов. И маслян. Значит, в лесу у нас изобилие грибов каких? Ну, изобилие это так сказано. Yeah, зонтов очень много. Очень много запасов, да, зонтов маслян много. Тоже. Попадаются чуть-чуть маслят, чуть-чуть рыжиков, маслят вообще много. Вот березовики, белые грибы даже. И рыжики. В этом году что мы нашли? Белянки, типа груздей. Это не чисто грусть, а вот. А еще мы нашли черные грусти. Тоже, по-моему, первой категории это грибы. А еще я нашел. А, и два черных груздя Степан с бабушкой нашли, да. Черные грузди. Поэтому. А про рыжики сказал? Несмотря на то, что дождей было немного, они были уже там очень две недели назад, да. И как бы погода стоит очень жаркая, а грибы все равно есть в наличии. Не так как много, как хотелось, но. Рыжики. Порадоваться можно. Рыжики больше все черви. Что? Ездите в лес, ездите на природу, собирайте грибы, не боясь, что будете стоять вот в таких пробках. Да еще самое главное. Ну, да, пожалуйста. Оно того стоит. Очень много клещей сейчас. О, важное замечание, да, что вот. Так как жарко, активизировались клещи. Папа 4 клеща убил. Да вы что? Да вы что? Да, снял с себя там в течение часа где-то 4 клеща. Ну, с штанов, конечно, но вот, очень опасно. Это очень большой минус посещения леса в жаркую погоду. Вот, а так все хорошо, все прекрасно. Краски осени. Природы, конечно, неинтересно. Какие же красивые сейчас цвета. Красный, желтый, оранжевый, зеленый. Вчера мы приехали, когда мы гуляли, тоже искали грибы, я нашел первый свой белый гриб. Степан у нас настоящий грибник, рыбак. Вот в общем, детки у нас подражают нам. Я всегда больше всего грибов ловлю. Я больше рыбы ловлю. Карася у меня, но больше всех я ловил. Я на первом месте папа был, мама. Наоборот, мама, папа, а я на первом. Ну это ж хорошо. Это замечательно. Так что приучайте деток к прекрасному, к природе, к рыбалке, к собиранию грибов, земляники и прочее, прочее. Я сегодня маслята много нашла. Нет, просто чтобы дети не боялись природы, да, не сидели дома за компьютерами, планшетами, телефонами, а вот именно
Вот. Умели находиться в живой природе, да, и искать грибы, ловить рыбу, собирать ягоду. Это неплохо для развития, вообще для всего. Ходишь, дышишь, так приятно, там, сосны, сосны очень нет. Природа, природа, вкусно пахнет. Да, подышать свежим воздухом. Вон какие румяные, возвращаемся с леса, да? Довольные, счастливые, надышавшиеся. Да, сын? Да, дочь? Да, папка? Да, хоть каждый день бы ездил на природу. Ну, а мы продолжаем двигаться в пробке. Я вообще пикник хотела. А разве у нас не было пикника? У нас очень вкусно все на природе естся. Купили колбаску, хлебушек и замечательно, да? И огурец свой. Во, как на природе все залетает, да? Я сегодня, вот я пришла, я... Все, что было, запихнула в рот, да, Василиса? А потому что на свежем воздухе, да? Я хотела есть. Что можно сказать в этой пробке? Почему-то очень много едет по обочине и очень много ломается. А вон Шевроле Камаро летит. Ух ты, какая! Желтенькая. Такая же у этого. Ой, ну как же красиво. Такая же была, там стояла. Даже вот эти природа, пробки... Природа, она не так далеко от города, но вот, по сути, уже вот сейчас за горкой уже Самара начинается. Кошелев проект, Новая Самара, там, да, вот эти микрорайоны. А вот лес не так далеко, но в этом лесу есть ли грибы, непонятно. Ну, ландыши мы здесь собирали. Да, ландыши очень много. Еще есть. Да. Ну вот пока едем 7 минут, разговариваю, уже практически подъезжаем к Самаре. Да, сейчас мы вид на Самару увидим. И будем считать, что пробку мы проехали. Можно вообще на пробке было сделать еще одну полосу? Можно было. Должно вообще, трасса должна быть 3 полосы. Вот, вон он пролетел. По обочине. Да, это люди, которые нарушают. Вот еще один. Им нужно вопреки домой, всем. Домой попасть быстрее, чем другим. У них срочные дела, срочные эти. Да. Они у них едут, дети по лавкам, им надо срочно домой. Вот опять пролетел. Обочине, скажем так. Прям по обочине. Злостные нарушители. Да. Вы что-то еще хотели добавить, дети? Очень много репутов. Смотри, девка на мальчике. Это было удивительно, да? Да. В мотоциклетной форме, как бы, а просто в платье и в шлеме. Как-то смотрится, конечно. Не, ну зато большой плюс, что эти ребята в пробках не стоят, вот чего. То есть хоть по обочине, хоть между машин, но они доезжают гораздо раньше. Что можно такое сказать? Прям большой бонус сейчас. Впереди Renault Duster и сзади нас тоже Renault Duster. Между Дастерами едем. Загадываем желание. Вот еще один Duster. Третий. Вокруг одни Дастеры. Да, нас окружают Дастеры. Обязательно загадываем желание. Ну, это, можно сказать, старшие братья Лады Гранты. Потому что АвтоВАЗ до недавнего времени принадлежал Рено Ниссану. То есть много деталей вот от этих. От Логанов там, от чего-то, от Реношек, короче. Обалдеть. Лада Грант – это брат Дастера? Ну, всех этих. Дастер – это, можно сказать, старший брат Лады Грант. Все из одной бочки. А Грант – это сестричка? Да, Дастера. Веста – это старшая сестра. Кстати, да. Это, обратите внимание, цены на бензин какие сейчас. Цены скачут. 95-й, 59-99. Обалдеть, почти 60 рублей. Да. За литр? 92-й, 52-49. Обалдеть. Какой-то 95-й премиальный, наверное. 62 рубля практически. 51 рубль. А я же смотрю, который выливаем. А еще какой-то
дизельное топливо 63 рубля 99, 64 да, рубля. В последнее время движуха непонятная с топливом. То его нету, то цены подскочили, что-то вот. Люди... Искусственный дефицит. Тут опять народ пугают чего-то. Как будто у нас закончилось топливо в России. У всех все хорошо, а у нас... Вот смотрите, вот здесь можно было бы еще одну классную. Пап, согласись? Вот, есть еще место. Есть. Нет бы сделать еще одну классную. Целое это. Место есть, но почему-то еще одну полосу делать не стали. Сейчас сужение дороги будет. Почему показывает, что... Чем? Ну, знак, вот, сужение дороги. Как так? А почему с той стороны вижу? А это, наверное, с заправки съезд, я вижу, значит, что тут... Мама, ты пляж взяла. Да. Теперь это не с этой стороны есть. А тут вот сужение с дороги. Типа тут немного дорога есть, но она сужается. Ну это для, может быть, разворота сделано. Да, вот тут можно стоять, развернуться и сюда. В принципе, все правильно. Итак, мы почти въезжаем в Самару. Да, вот она. Открывается уже, да, вид на Самару. Самара в какой-то дымке, в смоге. Ну, это как всегда по осени. Всегда так вечно. Сказать уже, да. Пробка минут 20, да, получается? Да. Тут всегда пробки почему-то стоят, продают раки. Да раки здесь всегда продают. Раки. Продаем раки. Раки. А какие они? Жареные или сваренные? Свежие, я думаю. Продают свежих раков. Что-то много так сломанных машин стоит в обочине. Блин, зараза. Я вообще испугалась. В моем доме прошу не выражаться. Да, прокомментируйте, пожалуйста. Волюнтаризм. Реально, в моем доме прошу не выражаться. Дядя идет писать. Все заметят, детки, все подметят. Итак, город. На... Сказка, город мечта, да? На горизонте. Впереди есть завод какой-то. Город сказка. Здесь вообще пролетает. Здесь вообще можно ехать 70 км в час. О, тут такие пробки. Самара. Движение. Грузового транспорта через Г. Самара запрещено. Через город Самара запрещено. То есть не всем можно проезжать через Самару. Фурам нельзя. Да, пап? Ну что, вот такая история, она постоянно воскресенье, лето, начиная с весны, осень, наверное, все-таки да, с мая, с майских конец праздников, апреля, май и понеслось. И каждое воскресенье вот такая вот канитель до осени, до октября, может быть, пока дачный сезон не заканчивается. Сколько их? Вот народ возвращается обратно. Мега. Масштаб пробки полчаса где-то. Там, кто ориентируется от Новосемейкина, но чуть попозже. И вот
до Новой Самары, да, как говорят. Новая Самара. Ура! 10-4% спуск вниз или наверх. Все, вообще мы... спуск вниз. А тут что-то 95-й не поменяли, что ли, другая? 52-90. А, другая, да. Непонятно. Левая. Левощина. А вон наша. 92-й, да, вообще 48-25. А вон наша. А вон наша. Не знаю, что за заправка такая. Октан по Волжье. Мам, а вон наша. Вот напротив нас сестра Лады Гранд. Ну, старшая сестра. А почему старшая? Опять. Там прям вот около этого. Ой, Веста, старшая сестра Гранд. Сядьте, Василиса. Сядьте, пожалуйста, ровно. Веста, это старшая сестра Грамка? Наверное, так сказать. Это Мари. Вот и вот. Мари, вот. Мари, вот. И а, вот. Нас это кружили Дастеры. Впереди и сзади. Эти Дастеры. Ну что? Там написано Дастер, и впереди. Даста. Идущий. Мерседес. Очень да. Самара. В общем, доехали, да, до города. Официально въехали в город Самару. Еще не пересекли. А еще какой-то... Надпись. А еще вот какой тут стоит эта штука. И около нее ходит. Ну, раньше это метро был, по-моему, на нем вывеска. Не метро, а ресторан. Ой, нет, ресторан. Вот это у нас что? Икея, а там, вообще. А там вообще Икея новое. Все собрал. А там сейчас новое стоит. Икея. Сейчас Икея ушла из... Из Самары. Из России. Сейчас вообще новое какое-то это... Название. Интересно, вот что вообще в этом здании вместо Икеи? Не знаю. А там, вон, видишь, ниже название. А все почему? Почему пробка? Потому что из вот этих трех полос и все, кто вот с Красного Пахаря, с Козелков выворачивают, все, две полосы упирается. Там светофор. И получается пробенция. Там полиция стоит, дети. Да. Пристегнуты. Да, я. Там с обоих сторон стоят. Вот она, мега. 11 лет меги. Меги. Если бы Е поменять на А, маги. Мага. Маги. Вот выруливают из Козелков, с Красного Пахаря и все в Самару. Хотя вон там уже все рассасывается после светофора. Слушай, это светофор такой. Это полиция. Там сколько. Еще немножко, еще там, ну сколько здесь, метров 500-600, и пробка закончится. А вон автоцентр Лада. Показали, какие у нас пробки. А с другой стороны автоцентр Лада. Если хотите вернуться в Самару в воскресенье, будьте готовы. Смотрите, или заехать в Самару красиво в воскресенье вечером, то будьте смотрите, готовы постоять в пробках, и это со всех направлений. Не только здесь, вот все объезды, мам, все то же самое. Мама, покажи. Так же и в Царевщине, так везде. Мам, покажи. Всем счастливо. Всем пока-пока. Пока.